уже где-то сутки голодаю. Со вчерашнего дня, днем вчера начал, сегодня уже день. Вторая половина дня также. И опять же, уже третий опыт на сыроедении без кисломолочки и без размоченной гречи. Самочувствие не меняется, что интересно, нету упадка сил, нету вот этого отравления организма, которое обычно бывает на голодании, в том числе на сухом. Он очень быстро начинается, упадок сил. Считается, что 3 дня сухого голодания, по-моему, равносильно то ли 9 дням, то ли что-то в этом роде, соответственно, 1 день 3 дням обычного голодания. Вот уже сутки прошли, сегодня с утра все что-то делаю, рисую, музыку играю, убираюсь дома и так далее. И нету слабости, ничего такого, еще попробую до завтрашнего утра поголодать, то есть 1,5 суток. Посмотрю, что дальше там будет. Одиннадцать часов дня. До конца 2-х суток голодания осталось еще около 4 часов. Вчера вечером было много энергии. Сегодня утром проснулся, есть небольшая потеря энергии. Вот сейчас попробую присесть. Есть ощущение небольшой такой ватности и лени в организме. Но при этом такие функции, как выделение, сохраняются в первоначале. Не знаю, как будет пищеварение запускаться. Сниму, наверное, небольшой ролик на этот счет через 3-4 часа. Но в целом состояние, оно не бодрое, не энергичное, оно такое больше к спокойствию, к ленивому, вот если так описывать. А голова работает достаточно свежо сейчас, написал несколько абзацев на тему сознания, размышляю и тому подобное. Можно, например, что-то делать, но бегать не хочется. Сделал зарядку, йогу, дыхание, и тонус в основном восстановился, и вот эти симптомы небольшой вялости, которые были после пробуждения, они практически уже не чувствуются. Еще где-то 3 часа до окончания голодания. 2 часа до окончания сухого голодания. Тонус все-таки падает. Когда что-то делаешь физическое, то он поднимается. Но когда ничего не делаешь физическое, то есть что-то умственное делаешь, то тонус теряется. Прошли 2 суток сухого голодания. Есть небольшая заторможенность, но в целом состояние практически тонусное, обычное состояние. И во рту немножко неприятные ощущения такие. Их даже нельзя назвать неприятными, но необычные. Словно бы вяжущие. Или сухие. Все-таки 2 дня без воды и еды. И в туалет ходишь достаточно регулярно. Видимо, фрукты, они сильно насыщают организм водой. Спустя сутки пью воду. Чашка воды идет нормально. Никаких побочных эффектов. Пить приятно. Почти тут же проснулся голод, чего обычно не бывало раньше, когда не использовал чистое сыроедение. Сейчас буду готовить смузи, бананы, яблоки, финики с водой. Смотрю, что там будет за реакция. Интересно, вот после 2 суток начал есть. После 2 суток сухого голодания начал есть
смузи из яблок, банана, фиников. Кажется очень вкусным, и нет ощущения заторможенной системы эндокринной, то есть вроде бы все функционирует по ощущению так же, как обычно ешь. Более того, вкус ощущается более остро. Еда кажется очень вкусной. Единственное, есть какие-то небольшие неприятные ощущения в районе верхнего неба, и сразу же пошла энергия в организм, чувствуется. А так как эти ощущения есть, поэтому все сразу эти 1,5 литра не буду пить. Смузи выпью, может быть, 0,5 литра, а потом все остальное. После того, как покушал, возникло такое позитивное состояние в организме, желание двигаться. И сейчас направляюсь погулять в город, уже прошел, наверное, километр, и самочувствие такое энергичное. Дошел до города, вот купил бананов, ем банан. И что интересно, не произошло остановки пищеварения не только после первых суток, как в прошлых экспериментах, но и после вторых суток тоже.